Всем привет! Сегодня мы приготовим ультраполезный и ультравредный бургер. Сравним, что вкуснее, бургер, в котором абсолютно каждый ингредиент полезен для здоровья, либо же до невозможности вредный бургер, где все жареное, жирное и приготовленное из самых вредных ингредиентов для нашего организма. Начнем с булочек для бургера. Тесто для вредной булочки будет сходить на сухих дрожжах, они часто вызывают вздутие и дискомфорт в желудке. Высыпаем пол пакетика. А вот тесто для полезной булочки будет сходить на закваске Levito Madre. По сути, это вода с мукой, в которой на протяжении длительного времени размножались кисломолочные бактерии и дикие дрожжи. Поэтому хлеб на закваске лучше переваривается и усваивается в организме. В миску. Слегка теплая вода идет сразу в две миски. Во вредное тесто добавляем обычный сахар. Думаю, не нужно объяснять, насколько он вредный для организма. А вот в полезное тесто добавляем кокосовый сахар. Это самый полезный вид сахара, так как у него низкий гликемический индекс, он содержит много минералов и даже инсулин. Во вредное идет каменная соль, а в полезное морская, в ней немного больше минералов. Вредное тесто будет из стандартной пшеничной муки. Она делается из мягких сортов пшеницы, поэтому в ней очень мало клетчатки и питательных веществ. А вот для полезного теста мы будем использовать муку из пельты с отрубями. В ней очень много клетчатки, белка и она полностью органическая, то есть поля со спельты не обрабатывались химикатами. Во вредное тесто добавим подсолнечное масло. А вот в полезное добавляем сливочное масло. В нем больше витамин и полезных жирных кислот. Все, замешиваем сначала вредное тесто для булочек. Есть, а затем и полезное. Как видим, полезное тесто более темное, так как мука была с отрубями. Накрываем миски пленками, чтобы тесто не обветривалось. И оставляем сходить на час. Как видим, на закваске тесто поднимается гораздо дольше. Пленку убираем. И хорошенько обминаем два вида теста. Обратно накрываем пленкой. И оставляем подниматься во второй раз. Наконец-то закваска начала работать лучше. Тесто нужно повторно обмять, чтобы вышли лишние пузырьки воздуха. Припыляем сверху мукой, чтобы не липло к рукам. Отрываем кусок вредного теста и формируем шарик. После чего выкладываем на противень. Сделаем сразу второй, чтобы потом выбрать лучшую булочку. Точно так же с добавлением муки формируем шарики из полезного теста. И выкладываем на противень несколько штук. Снова накрываем пленкой. И даем взойти. Вот теперь пленка нам больше не нужна. Полезную булочку смазываем взбитым яйцом, чтобы потом она стала румяной. Вредную точно так же. Вредную булочку посыпаем белым кунжутом. А вот полезную черным, в нем больше антиоксидантов и питательных веществ. Все, наконец-то отправляем запекаться булочки в духовку. Готово, можно доставать. Наконец-то вредная и полезная булочка готова. Разрезаем их вдоль пополам. По ощущению, полезная булочка довольно плотная. А вот вредная гораздо мягче. Еще в сравнении, полезная раза в два тяжелее. Переходим к начинке. Во вредном бургере в качестве добавки будет бекон. Чтобы сделать его еще более вредным, обжарим на сковородке. И с другой стороны. Готово. Но есть способ сделать его еще более вредным. Нужна чистая сковородка. Высыпаем на нее сахар. Немного воды.
немного перемешать, чтобы все это превратилось в карамель. Можно забрасывать бекон. Нужно хорошенько обвалять его в карамели. Бекон в глазури готов. На первой сковородке от бекона осталось очень много жира. На нем мы обжарим булочку для вредного бургера. Конечно же, весь жир впитается вовнутрь. Как только появилась корочка, готово. Булочка же для полезного бургера обжаривается просто на сухой сковородке. До получения небольшой корочки. Итак, можно начинать собирать бургеры. На вредную булочку выкладываем наш хрустящий бекон в сахарной глазури. А на полезную булочку просто лист салата. Для вредной котлеты будем использовать говядину, очень много свиного жира и копченый бекон, чтобы было еще больше холестерина и канцерогенов. Нарезаем все на куски, которые смогут пролезть в мясорубку. Перекладываем в блюдо. Запускаем мясорубку. И превращаем все это в фарш. Самое вредное, что можно добавить из специй, это, пожалуй, острый перец. Он очень раздражает желудок. А также побольше соли. Все, замешиваем фарш. Он получился очень жирным. Отправляем шарик фарша в форму. И хорошенько придавливаем штампом сверху. Все, вытряхиваем из формы готовую котлету. А обжаривать мы ее будем в большом количестве масла. Нам нужно ее зажарить до максимальной корочки, но чтобы она не успела сгореть, так это будет еще более вредно. Переворачиваем. И доводим вторую сторону до такой же мега-коричневой корочки. Все, ультравредная котлета готова. Выкладываем ее на вредный бургер. А вот для полезной котлеты будем использовать индейку. Это один из самых полезных видов мяса. Тут очень мало жира, много белка, а также витамины B6, B12, селен и фосфор. Котлеты будут рубленными, поэтому нарезаем мясо сначала на крупные куски. А затем на более мелкие. И с помощью топорика рубим индюшиное филе до состояния фарша. Готово. Добавим лишь необходимое количество соли и хорошенько перемешаем. Теперь на листе пергамента формируем котлету. Делается это очень просто. Полезную котлету мы будем не жарить, а запекать в аэрогриле. Поэтому достаем отсек. В него как раз идеально помещается индюшиная котлета. Остается лишь убрать пергамент. И возвращаем отсек в аэрогриль. Выставляем 180 градусов. И всего 10 минут уйдет на приготовление котлеты. Осталось только подождать. Котлета готова. Благодаря аэрогрилю без единой капли масла мы получили золотистую корочку на котлете. Выкладываем ее на полезный бургер. Во вредный бургер у нас, соответственно, пойдет самый вредный в мире сыр – плавленый чеддер. В нем трансжиры и огромное количество химии. Выкладываем целых 4 пластинки. А в полезный бургер мы добавим, конечно же, самый полезный сыр в мире – это натуральная моцарелла, именно в виде шариков. Нарываем ее на волокна и выкладываем на котлету. Полезен этот сыр, потому что в нем минимум жира и соли, а максимум белка, кальция, фосфора и пребиотиков. Сыр в бургерах должен быть расплавленным, сделаем это с помощью горелки.
Сыр чеддер обжигаем до появления корочки, чтобы он стал еще более вредным. А вот сыр в полезном бургере будем плавить очень аккуратно, чтобы не появилось пригаринок. Для вредного бургера используем соус барбекю. В нем очень много сахара, соли, уксуса и консервантов. Для полезного же бургера сделаем легкий томатный соус. Сбрасываем помидоры черри в форму. Чеснок, полезный красный лук, немного соли, итальянские травы и оливковое масло. Все, отправляем запекаться овощи в духовку. Готово, можно доставать. Все содержимое противня сбрасываем в блендер. Устанавливаем на комбайн и превращаем в соус. Готово. Добавляем в полезный бургер. И распределяем. Для вредного бургера сделаем хэш-браун. Это такой американский драник. Натираем картошку на крупной терке. Готово. Быстро перекладываем в холодную воду. И оставляем на 15 минут, чтобы лишний крахмал вышел. После чего сливаем жидкость через дуршлаг. В кипящую воду добавляем много сахара для насыщенности вкуса. И картофельную стружку. Варим до полуготовности, ровно 4 минуты. Снимаем с плиты и быстро сливаем через дуршлаг. Картошку в миску. Сюда же соль, сушеный чеснок, сухой лук и кукурузный крахмал как связывающее звено. Хорошенько перемешиваем. Все, из этого картофельного теста нужно сформировать ровную плоскую лепешку. Она должна быть такого же диаметра, как и весь бургер. Но это еще не все. Перед обжаркой хэш-браун нужно заморозить. А мы тем временем подготовим фритюр, ведь жариться все это будет в огромном количестве масла. Итак, спустя час заготовка замерзла. Убираем пергамент. И отправляем во фритюр. Обжариваем 5 минут, чтобы он полностью прожарился внутри и получилась хрустящая корочка. Все, наш жирный хэш-браун готов. И он получился очень хрустящим. Пора его выкладывать на вредный бургер. Полезный же бургер добавим спелые авокадо. На самом деле это не овощ, а фрукт, и он считается одним из самых полезных. Открываем, удаляем косточку и легко снимаем кожуру. Теперь нарезаем на тонкие ломтики. И переносим на бургер. На него у нас уйдет все авокадо. Для вредного бургера нарезаем репчатый лук. Хоть лук сам по себе полезный, мы приготовим его настолько вредным способом, что это нивелирует его пользу. Мы сделаем луковые кольца во фритюре. Разделяем ломтики на кольца. Сначала обваливаем в муке. Затем во взбитом яйце. Повторно в муку. Еще раз в яйцо. И финальный слой панировочные сухари панко. Первое луковое кольцо подготовлено. Продолжаем панировать. Все, обжариваем луковые кольца в огромном количестве раскаленного масла. Главное, чтобы они не слиплись между собой. Буквально 40 секунд и можно доставать.
Луковые кольца готовы, они очень хрустящие и мега вредные. Выкладываем на вредный бургер. Для полезного бургера нарезаем самый полезный для организма красный лук. В отличие от репчатого, в нем содержатся мощные антиоксиданты. Они поддерживают работу сердца, снимают воспалительные процессы в организме и вообще замедляют старение некоторых органов. Я считаю, люди очень недооценивают лук. Выкладываем 3 ломтика на бургер. В качестве топпинга для вредного бургера нарежем на ломтики грибы. Тоже на первый взгляд не вредная штука. Но как вы знаете, все зависит от дальнейшего приготовления, а оно у нас будет максимально вредным. Мы просто максимально зажарим их во фритюре. Нормальный бы человек достал грибы из фритюра уже на этом этапе, но нам нужно максимально вредно. Поэтому мы зажариваем их до состояния чипсов. Вот теперь можно доставать. И выкладывать на самый вредный бургер. В полезный же бургер мы нарежем ароматный помидор на ломтики. В нем много полезного, но самое основное — это антиоксидант ликопин, который предотвращает повреждение стенных сосудов в человеческом теле. Выкладываем 3 ломтика. Для вредного бургера сделаем мега вредный соус, даже не из натуральных сливок, а из искусственных. В них трансжиры, много сахара и целая таблица Менделеева. Выливаем немного в сотейник. Сюда же 5 ломтиков расплавленного сыра чеддер. Нагреваем искусственные сливки и растворяем в них искусственный сыр. Также для красивого цвета добавим краситель. Готово. Поливаем бургер этим мега вредным соусом. А вот для полезного бургера сделаем легкий соус на основе йогурта. Добавляем в пиалу густой натуральный йогурт без сахара. И чайная ложка дижонской горчицы, она считается самой полезной. Замешиваем соус. Готово. Можно добавлять в полезный бургер. И накрываем булочками. На первый взгляд бургеры готовы. Но не тут-то было. Я возведу вредность этого бургера в абсолют. Но чтобы не разваливался от дальнейших манипуляций, укрепим его, проткнув 3 шпажками наискосок. Лишнее обрезаем. Также нужно подготовить здоровенный фритюр, вылив целую баклажку масла. И понадобится кляр, он будет состоять из 5 яиц, 5 яиц, муки и химозной сырной добавки. Перемешиваем все это, чтобы получилось тесто. В него нам нужно окунуть бургер. Проворачиваем, чтобы тесто со вкусом сыра налипло со всех сторон. Готово, можно аккуратно опускать в горячий фритюр. Поливаем торчащую часть теста горячим маслом, чтобы она тоже прожарилась. Мы несколько раз даже переворачивали бургер, чтобы добиться равномерной корочки. Пора доставать из фритюра. Если вы подумали, что это все, то вы меня плохо знаете. Мы сделаем этот бургер еще более вредным. А помогут нам в этом самые острые читос, чтобы совсем не оставить шансов в желудку. Чтобы сделать из них панировку, пересыпаем в блендер. И включаем. Нужно, чтобы получилась мелкая фракция. Готово. Из бургера достаем палки, сейчас он будет держаться и без них. Смазываем вредный бургер яйцом со всех сторон. И обсыпаем, наверное, самой химозной панировкой в мире.
Ей нужно заполнить абсолютно всю поверхность бургера. И, наконец-то, финальное погружение в горячее масло. Спустя минуту переворачиваем, чтобы панировка обжарилась со всех сторон. И готово. Самый вредный бургер в мире готов. Он получился очень хрустящим. Все, наконец-то можно сравнить ультравредный и ультраполезный бургер. Начнем с вредного. Чтобы более наглядно показать, насколько он вредный, разрежем его пополам. Пока непонятно, но если нажать, вы увидите, сколько жира сочится в слоях этого бургера. Особенно из булочек, пропитанными жиром от бекона. А если присмотреться поближе, то становится уже плохо. Ну что ж, давайте пробовать. Во-первых, это очень остро из-за панировки. Вкус у этого бургера просто мега насыщенный, так как в нем много соли. Но от количества жира, которое растекается у меня во рту, становится аж плохо. Мне кажется, если съесть такой бургер полностью, то можно сразу ехать в больницу. Давайте тоже его разрежем пополам. Здесь уже все совершенно по-другому, вместо сыра вытекает только легкий соус. Удивительно, что такое блюдо как бургер мы смогли сделать максимально полезным. Давайте же его тестировать. Ох, после вредного бургера этот воспринимается как глоток свежего воздуха. Что-то очень свежее и сбалансированное. Супер вкусная булочка, и несмотря на то, что котлета без жира, она все равно сочная, потому что готовилась очень быстро. Поэтому я считаю, даже если оценивать вкус, то победил полезный бургер. А если вы наберете на этом видео 150 тысяч лайков, то я приготовлю ультраполезную и ультравредную шаурму. Также обязательно подписывайтесь на канал. Всем пока!